рождении, конечно, я не архангелогородец, в общем-то, я дитя войны, родился в эвакуации в городе Прокопьевске. Но все мои предки – это одесситы, так что, может, я могу считать себя одесситом. Вот. Но в Архангельск я приехал после окончания Ленинградского университета в 69 году, так как во время учебы в этом прекрасном учебном заведении я познакомился с архангелогородцем, со своей будущей женой. Мы приехали сюда, чему я очень рад. Потому что Архангельск – это один из немногих городов, сохранивших свою ауру. Да? Здесь вот на протяжении 430 лет живут архангелогородцы, то есть с поколения в поколение. А это место я пришел сюда. Почему? Потому что здесь, сюда впервые, да, меня привела Ксения Петровна Гемп. Это для Архангельска это духовный лидер, да, человек, который прожил жизнь, посвятив его северу и человеку. Вот здесь, на этом месте, рядышком, стояла беседка. Она ее называла Гриновской беседкой, потому что Александр Грин, писатель, он был в ссылке на Кегостре. И вот они часто беседовали в этой беседке. И как она мне рассказывала, что вот этот город Зурбаган, который с такой теплотой описывал, да, в своих книгах, да, и «Алые паруса», и «Бегущие по волнам», он навеял ему этот образ Зурбагана, Архангельска. Вообще это место, вот прошло уже столько лет, Ломоносовская гимназия, да, которая построена 200 с лишним лет назад, и памятник Петру Первому, который установил скульптор Антокольский. Он очень выражает вот этот образ Архангельска. А мне он напоминает и Санкт-Петербург, потому что и Одессу. Почему? Потому что все памятники, которые, многие памятники, которые стоят в Питере, особенно в Одессе, они смотрят на вот. В данном случае Петр смотрит на вот. Мои дети здесь, рожденные коренные архангельские верующие, сын и дочь, и внуки. Да, вот сюда я тоже очень любил сюда приходить и гулять. Поэтому для меня это такое знаковое. Я всегда себя здесь чувствую очень хорошо, потому что здесь вот город дышит стариной. И очень бы хотелось, чтобы хотя бы этот уголок Архангельской земли остался в своем первозданном виде.